В День защитника Отечества женская половина Алматинского областного оргкомитета по созданию Народной партии «Алга» провела поздравительную акцию возле УВД города Талдыкурган. Так как лидер талдыкурганской «Алги» Бениамин Файзулин в настоящий момент уже 9-е сутки находится в ВВС, женщины решили поздравить Бениамина прямо у здания УВД. 2016 года возле памятника Ван Майбатыр прошел мирное собрание, в котором там участвовал Файзулин Бениамин Тухангирович, который защищал народ. Сейчас все дорожает, все... люди хотели свою права узнать, как жить дальше. Он защитник Файзулин Бениамин Тухангирович. Я считаю, что он правильно защищает народ. Я не считаю, что его неправильно засудили на 15 суток. Сегодня уже 9-й день, так как Ванин Джахангирович находится в ВВС города Талдыкурган. Поздравляем его с Днем защитника Отечества. Хотим сказать, что мы всегда с ним, всегда рядом. Также всех мужчин поздравляем с Днем защитников Отечества. И хотим сказать, что все мужчины равнялись на Ванин Джахангировича.